найти ту самую, единственную сумку, которая подойдет ко всем образом. Кажется, это мечта многих девушек. Но в реальной жизни обойтись одним аксессуаром крайне сложно. Стилисты советуют иметь в гардеробе как минимум 3 сумки. Сегодня расскажем, на что стоит обратить внимание при выборе. 2 главных вопроса перед покупкой. Куда вы будете ходить с сумкой и что вы будете в ней носить? Если вы хотите иметь сумку на все случаи, одну, тогда выбирайте сумку простых форм с минимальным количеством различных украшательств. И лучше всего, если фурнитура будет матовая, не блестящая. Потому как сумки держат форму, их разделяют на мягкие и жесткие. Есть также варианты средней жесткости. Чаще их выбирают для каждодневной носки. В офисе в приоритете жесткие каркасные сумки. Удобнее всего модели прямоугольной или трапециевидной формы. Каркасную сумку все-таки в основном носит такая, это все-таки более деловая сумка, ее носит больше в руках. Нежелательно ее носить все-таки на плече, потому что если вы будете ее носить на плече, скажем, вы можете заломать сам каркас. Если вы сумку носите на плечо, значит, вы выбираете сумку удобную и мягкую. Выбирая сумку на каждый день, обратите внимание, чтобы был широкий ремень, если вы собираетесь носить ее через плечо, или массивные ручки. Среди базовых вместительных моделей – тот или хобо. Что касается материала, то самый долговечный – натуральная кожа. Не теряет форму, не намокает и не лопается от мороза. Такая сумка прослужит долго. Если мы планируем носить что-то тяжелое, обязательно нужно смотреть, ну, как качественно сделаны ручки, чтобы она не быстро вышла из строя. Безусловно, в этом плане лучше выбрать кожаную сумку. Она, конечно же, прослужит дольше. Но если эта сумка какая-то выходная, то она может быть, конечно, и из кожзама, и там, из пластмассы. Перед покупкой обязательно проверьте качество фурнитуры, а также изучите состояние подкладки. Зачастую ее шьют из синтетических материалов, а не практичнее натуральных в уходе. И не торопитесь идти к кассе. Проверьте, комфортно ли держать сумку в руках и не сползает ли она с плеча, удобно ли открываются замки и другие застежки. Красивых и качественных покупок!